Всем привет, друзья мои! Сегодня у нас пришли замечательные новинки от компании Faberlic. И давайте мы с вами начнем вот с этой вот замечательной серии, которая у нас разработана специально к 8 марта. Такая серия вот таких вот гелей для душа, кремов для рук. И здесь еще, вот смотрите, вот это вот идет, получается, гель для душа, а к нему идет еще вот такой вот шампунь, два в одном. Итак, у нас их три вида. Это у нас жасмин, это у нас гель для душа, к нему такой же шампунь, два в одном. Вот в такой вот они идут в белой бутылочке. Дальше к нему же идет крем для рук жасмин. Здесь у нас гель для душа фрезия, и к нему идет вот такой шампунь. А к нему же идет вот такой крем для рук. И третий вид — это у нас камелия. Камелия вот такая вот розовенькая. К ней идет такой шампунь и крем для рук. Хочу сказать, что мне безумно понравились вот эти все ароматы. Я люблю цветочные запахи, цветочные ароматы. И, в принципе, мне понравились они все. Я считаю, что это будет прекрасным подарком, символическим, может быть, добавлением к какому-то подарку к 8 марта. Объем таких бутылочек 200 миллилитров. Но хочу заметить, что гели у нас всегда очень-очень густые, и даже такой небольшой бутылочки на первый взгляд хватит на достаточно долгое время. Еще хочу обратить ваше внимание на мыло. Мыло твердые, ручной работы. Вес таких мыл 100 грамм. Посмотрите, какие они красивые. Да, вот здесь вот прямо они все такие у нас интересные. Там какие-то разные такие узоры. То есть каждое мыло имеет свой уникальный рисунок. И у нас здесь есть персик, лимон и сирень. Запахи потрясающие. Пахнет даже через пакетик. Хочу сказать, что в нашей компании уже были мыло, такие вот ручной работы. И одна девушка мне сбросила, значит, в каком-то магазине сетевом, она увидела мыло наподобие нашего и сказала, что вот в этом магазине стоимость такого мыла дешевле. Ну, я ей просто сказала, возьми наше и возьми, попробуй из этого магазина. И что вы думаете? Через какое-то время мне пришло сообщение, что мыло Faberlic самое прекрасное, самое лучшее, и никакие сетевые магазины рядом не стояли. Это не про конкуренцию, а про констатацию фактов. То есть, может быть, иногда стоит переплатить, но получить продукт хорошего качества. Еще хочу обратить ваше внимание вот на такой потрясающий аромат. Аромат Арванта. Здесь у нас ноты мандарина и клубники. Переплетаются они с нотами бергамота, жасмина, фиалки, мускуса, амбры, и еще присутствуют древесные ноты. То есть он такой, в нем есть небольшая сластинка, есть такие древесные нотки. Объем такой бутылочки 50 миллилитров. Обратите внимание, что пока этот аромат еще как новинка, стоит совсем-совсем недорого. То есть посмотрите обязательно. А дальше он будет стоить гораздо дороже. Его выгоднее взять в третьем каталоге. Хочу обратить ваше внимание, что у нас появился вот такой аромат. Такой вот небольшой флакончик, 30 миллилитров. Это такая веселая, такая фруктово-ягодная серия. Очень классная. Молодежь обожает эти ароматы. Они недорогие и очень-очень приятно пахнут. Сладкие такие, веселенькие. Вот этот аромат включает в себя аромат черешни, марципана и ванили. Представляете, насколько потрясающий запах. Я, если честно, тоже в него влюбилась. Еще хочу, девчоночки, обратить ваше внимание, что у нас появилась вот такая классная упаковка масок. Эти масочки у нас такие вот одноразовые. Я потом еще отдельно про эти маски обязательно сниму, потому что они
стоят вашего внимания. Те, кто уже знаком с серией Miracle, да, они знают прекрасно, что эта серия омолаживающая, очень эффективная. И если вы едете куда-то в дорогу, то может быть проще взять вот такую упаковочку или взять несколько таких вот капсул для того, чтобы с собой не таскать много различных уходных, да, средств. А можно просто взять с собой вот эти вот капсулки и обеспечить своей коже должный уход. Мне кажется, такие масочки станут прекрасным подарком к 8 марта. Все вот эти новиночки, это у нас будут новинки следующего каталога с 12 февраля. А вот эта новинка, я хочу показать вам к 14 февраля. Вот эта вот замечательная мочалка с таким мылом-сердечками. Потрясающий клубничный аромат, пахнет конфетками, пахнет жвачкой какой-то такой, тоже веселый такой интересный аромат, настраивающий на романтичный лад. Я думаю, что такая мочалка станет интересным подарком, может быть, символичным подарком ко дню влюбленных. Ну и к 8 марта также. Все эти новинки уже могут заказывать VIP, то есть это те консультанты, которые оформляют и оплачивают заказы в каталог от 100 баллов и более. Если вам интересно, как стать VIP, если вы еще не являетесь консультантом нашей замечательной компании, пишите, я с удовольствием вам помогу стать консультантом и расскажу про все наши привилегии. Если вы просмотрели мое видео до конца, обязательно ставьте палец вверх. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях.